Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Агрофирма «Промышленная», поселок Самородово, приглашает на работу механизаторов. Телефон 8 912 846 43 34. Срочно требуются обувщики, мастера на сборку домашней обуви, обучение. Заработная плата от 45 тысяч рублей. Телефон 54 08 70. В крупную строительную компанию требуются сборщики ПВХ-изделий, монтажники ПВХ-изделий. Заработная плата высокая. Телефон 8 922 886 41 60. Требуются рабочие на производственные линии и оборудование, обучение, а также мастер-механик на производство. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Телефон 54 08 70. Завод бурового оборудования требуется подсобный рабочий, токарь, оператор станков с ПУ, контролер ОТК. Телефон 75 46 60. Требуется водитель на автобус, развозка, заказы. Телефон 90 37 01. В пекарню требуется пекарь, кондитер, продавец, грузчик. Телефон 8 961 900 0866. Компании «Складсервис» требуются грузчик-стропольщик, кладовщик, крановщик, бухгалтер, сторож. Телефоны 23 76 64 или 23 76 71. Требуются охранники. Заработная плата от 2000 рублей. Телефон 96 48 86. В управляющую организацию требуются инженер-энергетик, электромонтер, слесарь-сантехник, штукатур-маляр, разнорабочий, дворник. Телефон 43 49 94. Требуются водители категории Б, С, Д, Е, тракторист, машинист крана автомобильного, машинист экскаватора и механик. Телефоны 66 88 33 или 8 903 398 57 33. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.